Московская история находится под угрозой застройки очередным торговым центром. И вот сейчас жители, коренные жители Сокола собрались, собственно, сказать свое «нет». Они сказали и собранными подписями, уже более 5000 подписей собрано. И, собственно, придя сюда на митинг, проявив и покричав, что здесь такие номера не пройдут. Здесь мало того, что это не нужно, потому что торговый центр, собственно, не нужен, потому что открывается самый крупный в Европе торговый центр на Ходынке, авиапарк. Здесь у нас есть Метрополис, Метромаркет, их достаточно. Здесь он вообще, в принципе, функционально не нужен. А более того, это является мемориальным парковым комплексом. Здесь захоронено более 17 500 жертв Первой мировой войны, сестер Милосердия. Здесь даже строительство любой коммерческой недвижимости, оно является незаконным. Потому что эта часть, где находится кинотеатр «Ленинград», она находится на территории объекта культурного наследия. И коммерческая застройка здесь невозможна. Я скажу два слова как местный житель. Мы с вами прекрасно понимаем, что означает строительство торгового центра. Отсюда уйдут птицы и так далее, потому что шум, большегрузные автомобили, которые товары разгружают, будут подходить. Здесь парковка еще. И через 15 лет какой-нибудь чиновник росчерком пера отменит статус природного комплекса. Парк также очень дорог мне и моей семье. А здесь я сделал свои первые шаги, потом моя сестра. А после уроков я всегда здесь гуляю со своими одноклассниками. И когда мы узнали, что его хотят застроить, мы быстренько подключились и начали расклеивать объявления, сообщать соседям и друзьям о сборе подписей.